everybody about Winston Churchill said the worst dirty in the world. Without people whose families did die, then obviously we wouldn't have our freedoms that we have today. So, you know, we have a lot to thank them for. Кто был бы сегодня с вами в строю? У меня отец не вернулся с войны, его имя Жарлгас, погиб в войне, и у него не осталось ни одной фотографии, поэтому мы, конечно, также и вспоминаем. К сожалению, у меня мама ушла уже. Не с нами, но тем не менее в памяти мы постоянно, каждую пятницу у нас в казахах положены, и поэтому вспоминаем и плачем. Мы сегодня утром плакали, потому что это действительно праздник со слезами на глазах. Потому что мы вспоминали не только наших родителей, которые прошли через эту ужасную войну, но и их близких, их погибли. У моего отца погиб отец на этой войне, у мамы погиб брат на войне. Ну, я не знаю, в каждой семье даже погибло несколько человек, это как минимум. Никого не обошла эта ужасная война. Мой дед Симуша Николай Трофимович, к сожалению, ныне покойный, он из Череповца, участвовал в освобождении. Бой был возле Ярцево, это такой населенный пункт Смоленской области. Был награжден орденом «Золотая звезда» за то, что он поднял в атаку. Он был старшим лейтенантом, командиром роты, поднял роту, ну там остатки роты в атаку и обеспечил продвижение наших войск по направлению Смоленска. Он был тяжело ранен в этом бою. На него пришла домой похоронка, но он все-таки выжил, был долгое время находился в госпитале на излечение, пришел домой, расписался на этой похоронке, и вот это его Вероника, внучка, правнучка, и вот такой вот у нас героический дедушка-прадедушка был. Этот дедушка, это полковник, он прошел практически всю Вторую мировую войну и закончил ее взятием Праги. Ну, если имеется в виду именно за границей, да. Мой еще успел взять Берлин, потом его развернули, и он поехал на восток, еще японцев добил. Полную, подчистую. Ну, как положено. Да. Мы сегодня чтим память нашего дяди Парфенова Ивана Ивановича, который был сапером и подорвался в мае 45-го, и нашего прадедушки Соловьева Владимира Васильевича, который погиб под Ленинградом, защищая Ленинград в октябре 41-го. Вчера я ревела весь день. Дело в том, что моему старшему внуку 17 лет, он сегодня понесет деда портрет на бессмертном полку в Севастополе. Вот младший мой внук понесет портрет своего деда по отцовской линии, поэтому сегодня наши деды с нами на параде. Сегодня в строю наша вот землячка, у которой прадед служил во время Второй мировой войны, вот, в Заполярье, в Мурманске. Вот мы пришли сюда почтить память нашего земляка, прадеда, который начал свою войну, был призван в Мурманске, служил в отделе связи. И далее войну закончил в Маньчжурии в борьбу с империалистической Японией. Он скончался в 1987 году. И вот мы решили, несмотря на то, что мы здесь, почтить ему память, прийти, отдать честь и сказать всем, что мы всех их помним и благодарим за то, что они сделали. С вами красное знамя, вы советский человек. Все мы советские люди, кто носит этот флаг. Я родился в Советском Союзе. Я 82-го года рождения. Когда я был рожден, был в Советский Союз. Но в любом случае мы не забываем, как принято у нас в Узбекистане свои корни, где мы родились. Когда вы последний раз плакали?
Ну, когда смотрел вчера фильм «Офицеры»... Что? Плакали? Конечно, эмоционально. Да. Этот фильм можно смотреть 100 раз, и столько же, конечно. Очень трогательно. Сама встаю в моей прадедушке, Моисей Шапсевич Галинский, Ильшей Булатов, Григорий Григорьевич, и также мой дядя Алексей Васильевич Звягин. Когда последний раз плакали? Все время. Сегодня утром, вчера вечером смотрела «Офицеры», «А зори здесь тихие». Со мной сегодня в строю мой дед Котов Степан. Он прошел финскую войну, потом был призван на Великую Отечественную войну и прошел путь с Кавказа до Севастополя, освобождая Малую Землю, где был тяжело ранен. Затем его потеряли и отправили семье похоронку. После этого он нашелся в госпитале, выздоровел и продолжил путь в Крыму. Мы из Севастополя, моя семья живет в Севастополе. И вчера, когда на карте «Память народа» мы просматривали путь военный деда, оказалось, что он воевал буквально в тех местах, где мы живем, освобождая Балаклаву, Севастополь. И это было вдвойне трогательно и очень-очень торжественно для нашей семьи. Я не могу, я вчера весь день ревела. Вот. Сегодня со мной мой дед Саркитов Багит. Вот, он участник Великой Отечественной войны. Слава Богу, он вернулся, он руководил пулеметной гвардией там, и был ранен и вернулся с войны. Сегодня мы его вспоминаем. Плачем каждый год, потому что, ну, уже слезами радости, потому что они принесли нам мир, и надеемся, этот мир продлится еще долго. Это для меня самый важный день, и я редко плачу, но 9 мая всегда. Не было такого 9 мая, чтобы я не плакала. И видеть этих ветеранов, их становится все меньше. И сегодня было всего, по-моему, 5 русских ветеранов. И Арктик конвой, и Рашен конвой здесь. И я знаю, вот 2 моих друга лучших, они сегодня не смогли приехать. Я принесла им подарки, к сожалению. Я передам своим друзьям здесь. Но это очень, это самый главный праздник. Я сегодня взяла выходной, естественно. И мои дети все знают, что я здесь. К сожалению, они не могли быть со мной сегодня. Но они все знают. Сколько помнят. У вас детей, Ира? 4. Another year to be here today. Yes. And we're all pleased to turn up and everything like that. To, yes. To see the reef laying and everything. Yeah. And all the family, my friends are all here to be here once again. Yes. And, yep. Yes, we're all pleased. There's a few more missing this year, though. Oh, yes. You're missing. There you go. Happens. Yeah, my friend Bill, he passed away. He was here last year, and it's the same. В краю сегодня моего мужа, 2 дедушки, сестрой мамы, сестрой папы, и мой родной дедушка, который погиб на войне. Мужа дедушки вернулись, дожили, один дедушка до 95 лет дожил, получается, мужа мамин папа, а мужа дедушка, сестрой отца, который его воспитал с 8 месяцев, он у нас ушел, ему было 60 лет. Много сделал, в советское время стал народным членом СССР, воспитал 5 детей, воспитал очень много внуков, и вот когда родился первый внук, он прыгал без ног, без рук, потому что он был на протезах, прыгал на диване и плакал от счастья. Я даже не мечтал о детях, а у меня внуки пошли. Вот первый внук был мой муж, и моего мужа отдали по традиции казахским своей дедушке, потому что все дети уже вышли из гнезда родительского. И вот внук продлил годы жизни своему деду после войны, потому что и носил на руках, и возил его, в общем, столько радости принес. Вот это, наверное, счастье, что теперь мы просто в благодарность, память, помним о них, каждый год выходим, каждый в течение года постоянно устраиваем какие-то обеды памяти, вспоминаем. Вот мы сегодня здесь. Платить? Да.
Первый тост, не чокаясь, каждую пятницу. Каждую пятницу мы печем лепешки и поминаем. За наших дедов, за победу. Когда вы последний раз плакали? Вчера. Почему? Возможно... Сейчас, секунду. В преддверии праздника мне вспоминался дедушка, бабушка, они тоже ветераны войны, но, к сожалению, сейчас их уже с нами нет. И поэтому сегодня пришли почтить память всех, кто отдал жизнь за великую победу. Сказать спасибо еще раз ветеранам за наше свободное, счастливое детство, которое мы провели в Советском Союзе. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскуд я влюблённый, ты смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый весной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню взор. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны в том погинули, родной. Ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раскудрявый, клён зелёный лист резной. Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с тобой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг твою смуглянку я в отряде повстречал. Зеленый, да клён кудрявый, да раскудрявый.